Саша, привет, 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 мой хороший. И что это вы заикали? И что мы заикали? Что это вы заикали? Да, Саша, Саша, да? Скажи, я Саша. Скажи, да я ему Саша, да, я Саша, да? Сан Саныч. Компьютер увидел. Ой, компьютер, это да, это хорошо. Сан Саныч. Ну, скажи нам что-нибудь. Привет. Ну, сегодня Молодец. сказала мама, да? Мама сказал? Да, скажи, очень похоже было на Мама. маму, да? Мама, это уже первое слово. Мама, первое слово, да? Скажи, что ты мне мешаешь? Я хочу посмотреть мультики, да, компьютер, а ты меня тут отвлекаешь. Да. Мама, молодец. Я тоже люблю нашу маму. Че, у тебя нос чешется? Не понял. Ничего. К чему это твой нос чешется? Просто так. Точно? Точно. Точно, точно? Точно, точно. Давайте почешу нос. Так, ребят, значит, мы... Что такое за стойка? Я ничего не понял. Че? Можно вас попросить поменять место? Здесь будет стоять машина. Слушаюсь, все. Низовая. Я понял, все, уедем. Нас попросили поменять место. Хорошо, сейчас поменяем. Так, ребят, смотрите, мы приехали в гипермаркет «Семья» по маминому списку, как всегда. Так что мы сейчас быстренько закупимся. А если музыка будет играть в самом зале, соответственно, музыка будет наложена на продукты. Но я покажу ценники, покажу продукты, которые мы покупаем. А потом мы поедем еще по каким-то на спискам, каким-то магазинам. Там интернет заказано сделала. Какие интернет-заказы? Я первый раз об этом Да слышу. она мне накидала вайбер там с утра, всего-всего. Это же мама. Так что поехали, давайте отъедем, чтобы машины не мешаться. Ну и поехали.
Так, ребят, получается, вот я взял две упаковки памперсов, 74 штуки по 1000 рублей, да? И 599 рублей таблетки Ферри для посудомоечной машины, 44 штуки. И на завтра заказал еще 5 пачек. Блин, вообще, прям машина прям боком стоит. А это 4 на 4 у нас. Прикиньте, да, ребят? Ну, дороги в целом, ребят, кстати, хочу сказать, что это... Почистили, да. После видео нашего, я не утверждаю, что это прям вот как бы заслуга нашего видео, но следующий день я выехал, все уже было почищено, там вечером, видимо, они уже остановки там старательно все чистили, а? Остановки тоже. Остановки все почищены, прям вообще до асфальта я прям Мришке позвонил, говорю, слушай, это, значит, как-то кто-то как-то повлиял все-таки на нашего мэра, вот, который вот у нас что-то должен этим заниматься, может, губернатор ему там как-то по голове настучал, сам проехал по нашим дорогам. Я очень надеюсь, что губернатор попал именно в такую ситуацию, в пробку какую-нибудь, хорошую такую, жирную пробку. Часов на 5. Часов на 5, да, где дорога не чищенная, чтобы он посидел там, и сделал выводы, что надо чистить в городе, надо чистить дороги, надо. Вопрос, надолго ли? Чтоб еще раз он так застрял, да? Ладно, ребят, в общем, все, сегодня купили. Все вроде как это по нормальной цене, все вы сами видели. Причем во времени хорошо уложились. Да, ну, соответственно, музычка будет наложена, потому что там музыка играла, а в Оптиме там тоже музыка играла, я просто даже не стал снимать, потому что в одну Оптиму я заехал, девушка сказала, что у них нету, позвонила в другую Оптиму, кстати, огромное спасибо, на Революции девушка в Оптиме работает. Вот, она позвонила сюда на Юршу, сказала, что на Юрше есть, как бы все, они там прям списались, позвонили там друг другу, все, молодцы. Следующее видео надо записать. Кстати, следующее видео будет, как выгорают дисплеи, получается, AMOLED-овские, да, на телефонах, то есть, чтобы люди все-таки не тратили такие большие деньги на телефоны Samsung, все-таки, или телефоны с AMOLED-ами, понимали, что они очень сильно могут пролететь. Телефоны мы сейчас имеем все, покупаем все, это видео, думаю, будет полезно, как бы как раз вот вопросы задавали, и про как вот как понять, что выгорел дисплей, я наглядно все покажу, потому что... О, нифига себе, ученик на красный свет проехал. Нифига себе. Круто учат учеников. Просто стоял на красный свет и поехал. Мимо людей так... Не сдал. А мужик показывает, типа, чуть больной, как бы, передо мной машину. Офигеть. Не сдал. Он просто едет. Чему учат? Ладно, суть не в этом. А что-то впереди как-то едет. Непонятно, давайте мы его обгоним. Что-то с ним случилось. А он по телефону разговаривает, все понятно. Один по телефону разговаривает, второй на красный сигнал с фора ездит и разворачивается по встречке. Вот так вот учат. Ну ладно. Ну что, ребят, вот смотрим. Два дня назад на Весиме была очень плачевная ситуация с дорогами, сейчас уже получше. С правой стороны видно, с левой стороны накидано. Они чистили, срезали, я так понимаю, видите, вот эту корку. Плюс насыпали очень много химии, соль сейчас не сыпят. Вот видите, с правой стороны видно, как накидано. Это машины проходили, чистили. Получается, вот видите, да, вот эта колейность, которая была, ее сейчас практически нету. Ну, прикольно, прикольно. Ребят, Настя меня уговорила проехать по Соликамскому тракту. Она говорит, давай-ка посмотрим, там почищены или нет. Потому что в прошлый раз вот именно оттуда было видео. Да, что там вообще... Ой, Нива застряла. Ой, гору нависим. Ой, все-таки включился. Ладно. Значит, о, КамАЗы, смотрите, с каким снегом идут. То есть снег-то вывозится, ребята, чистится. Значит, мы сейчас проедем по Соликамскому тракту. И еще мне хочется передать огромный привет, я так понимаю, человеку, который работает в администрации пермской, да? Который написал нам в прошлом видео, когда к губернатору я там обращался, написал, знаешь что? Александр, вы, конечно, меня извините, но хватит обсирать наш город. Я чуть не офигел, представляете? Хочется обратиться к тебе, человек с администрации. Я-то что обсираю? Я говорю, что смотрите, чиновники не работают, они должны чистить. Да, что они должны чистить. И это делается не в первую очередь даже, ну пускай даже не для меня, а для людей, которые живут в городе. Потому что пока там не дашь конкретно по жопе какому-нибудь чиновнику, который сидит, жирует, блин, понимаете, и не делает свою работу, он не будет ни хрена делать. Он будет ездить на своем лонгкрузере 200-м и не замечать вот такие дороги, потому что им пофигу. Он тяжелый рамник, и он не чувствует эти кочки. Почищенная дорога, классная дорога. Поэтому... Хочется сказать тебе, чиновник, я не позорю город, я наоборот стараюсь, чтобы там в городе у нас была хорошая медицина, потому что просто если об этом не говорить, чиновники будут это утаивать все, свои реформы, так сказать, геноцид этот.
А если не говорить про дороги, то чиновники не будут чистить дороги, они будут просто списывать бабло. Так что прекрати писать херню в комментариях, начни работать. Работать называется надо, работать. Ну, здесь уже, ребят, значит, получше, да? Видите уже, тут была ужасная колейность, просто была... Вот КамАЗ, кстати, видите, впереди нас там идет, сейчас вы увидите его, там снег везет. Это не один КамАЗ, который мы уже сегодня с Наськой видим. Это третий? Да, вот смотрите, получается, видите, да, нет колейности, да, почищено. Это вот еще размечается вот этот химии снег остатки. Видите, нет уже этих кочек. То есть вон там КамАЗ идет, вы, наверное, уже видите его. Какой-то видите, начал да. делать. Вот остаточки, получается, вот остаточки. Асфальт выпали. Асфальт свеженький выпал. Ладно, но это как бы, это нормально. Это для российских дорог нормально. Сзади автобус. Так, тормозим хорошо. Так, человек поворачивает. Ну, ребят, в принципе, видите, что дорога подчищенная, да? Будем надеяться, что чиновники все-таки прислушались к нам. И мы будем на страже вот таких дорог. Каждый раз теперь будем видео выкладывать, когда будут дороги непочищенные, фиговые, когда чиновники не будут выгонять технику. Мы всегда будем выкладывать теперь такое видео, да? Всегда рассказывать будем. И обращаться будем к губернатору, потому что раз мэр не хочет прибираться, значит мы будем жаловаться губернатору. Не будет губернатор, значит будем обращаться к Путину. Пускай Путин разрулит дорогу. Ну вообще, как бы, конечно, я так понимаю, что все должно быть хорошо, все должно чиститься и прям вот прям супер, да, Настюха? Да? Ну, должно так быть, но будет ли? Будет. Так что всем, ребят, пока. Не стесняйтесь, записывайте сюда видео про как произвол чиновников, надо выкладывайте в YouTube. Это им в нос, они вот очень этого боятся, они есть, не любят. А ты сделал. Да, они не любят, когда афишируют то, что они творят, как бы. Они как бы пытаются всегда скрыться, да, скрыться, так сказать, все сделать скрытно, но у них не получается, потому что их не скрытно, это как получается, как медведь в посудной лавке, вот так вот у них скрытно. Вот, они не научились еще, как бы, деньги, значит, они научились, ну, тырить, как бы, а как это сделать, как бы, по-тихому, то как-то вот пока они не учились, это все-таки 90-е годы, как бы сказать так-то. Дают о себе знать. Ладно, Максиму Решетнику, губернатору, огромное спасибо, низкий поклон, потому что действительно я вижу, как бы, прям город чистенький, прекрасненький, безопасненький, все для людей. А еще, конечно, хотелось вот такое маленькое-маленькое пожелание, прям маленькое-малюсенькое, прям сюсюсенькое такое, прям маленькое, чтобы убирали по ночам. А не так, как что в прямый пик. Либо утром они убирают, когда весь поток едет в город, либо вечером, когда домой люди стоят и матерятся. Отпускают они там ноченьку, так приедет тихонечко, так раз, знаете, как в Новый год там пришел там Дед Мороз, да, не на Санта-Клаус у нас как бы, Дед Мороз-то он по ночам не ходит через печку, а вот Санта-Клаус пришел такой, знаете, в раз и убрал. И человек утром встает такой, почесался, такой, о, какие-то чистые дороги, все почищено, кайфово. Асфальт? Ну, асфальт, Настюха, бюджет хороший, освоит асфальт, не переживай, асфальт все будет, будет асфальт. Все главное, что чистые дороги были, и больницы были, и врачи сытые. Да, вот самое главное, чтобы врачей обеспечивали всем, как говорится, и зарплаты хорошие, и все, и прям, чтобы Пермский край... Да, пенсия это дело нужное. Справится наше правительство с пенсией, ты что? Главное, чтобы у нас... Врачей холили, лелеяли и, как говорится, это любили, и вот у нас больницы процветали, и Пермский край звучал во всей России, так, знаете, прям Пермский край, туда едут все лечиться, потому что там лучшие врачи, лучшие больницы, лучшие скорые, все лучшее, как бы, и обеспечивают врачей самым все лучшим, прям, и это главврач краевой, прям, вот он любит своих подчиненных, он борется за своих подчиненных, он не за реформы, а за увеличение бюджета, за увеличение зарплат врачам, за увеличение как бы социальных программ для врачей, для увеличения скорых помощи, там прям. Максим Решетников, лайк тебе, блин, люблю тебя, губернатор. Ну вот если ты дальше так будешь продолжать, прям, я, наверное, отсюда никуда не уеду. Ребят, даже об миграции не может быть речи. Вот если вот губернатор будет дальше так продолжать работу, я отсюда даже никуда не уеду. Блин, я думаю, что у нас все, ребят, получится. Губернатор сил, молодец. Главное, как отреагировали, прям, знаете, все чисто, прям, все красота, прям. Максим Решетников, люблю тебя. Ну, как бы, как сказать, по-человечески люблю, не как... Ну, все поняли, да? Как человека, который шашкой... И город чистый. А ну еще раз, шашкой. И дороги супер, шашкой. И лучшая медицина в России,
Ха, шашка! И Решетников уже президент. А! Память о себе заодно остается. Да, кстати, вот в этом плане, да. Хочется верить, что Максим Решетников — это человек, который оставит в памяти вот Пермяков, так же, как Трутнев, большой отпечаток хороший, что, блин, он любит свой город, делает свой город, он развивает свой город. Он... Максим, ну все равно тебе огромное спасибо. Классно, кстати. Я вот прям доволен, честно. Удивлен, доволен. Классно. Все почищено, вообще просто. Бровки срезаны прям. Это вообще красота. Знаешь, как говорит, прям едешь и уа. Так, ребят, вы посмотрите. В кои-то веки дороги нормальные. Уа. Вообще, ребят. Зимой видеть асфальт. Ну, походу, как бы кому-то с мотовилихи прочистили хорошо за выходные-то. Почищено прям красота. Ох, как если каждый день так чистить дороги будут. Просто. Ну что, Саша сегодня ходил за покупками. Разве один ходил? Я с ним ходила. Я так понимаю, что от списка он опять отступил. Нет. Как нет, вы купили на 3000, значит, вы точно отступили? Не отступили. Так, а еще горшки на покупали. А зачем много горшков купили? 3. Под кактусы и это долое. Я и говорю, вы мне обещали горшки, ничего не знаю. Так. Фурма. Ты вчера хотела. Да, в семью, видимо, завезли нормальную форму. То одно время она была такая плоская и жесткая очень. 170 рублей у нас форма. Здесь 4 штучки, вышло на 176 рублей. То есть чуть-чуть больше килограмма. Так, снова огурцы. Огурцы по 190, ну 189,90. Вышло на 253, то уже больше килограмма. Творожок. Саша взял 5%. Мы его и берем. Это фермерский. Это я вспомнила творожок. Молоко фермерское. Но я вам писала смс-ку. Вы читать-то не умеете. По 10 раз перезваниваете, видимо. 2 молока. Сметанка. Тоже фермерская. Тоже во благо. Кетчуп. У нас Настя со Славой кетчуп идет ложками. Да не важно, у вас... Банка вот эта улетает за 3 дня почему-то. Хотя мы с папой не... Магия! Буду делать рыбу, поэтому Саша купил для рецепта сыр. Я всегда прошу его купить вот этот пятнистый, мраморный. Он хорошо плавится, мне нравится. Он прямо такую корочкой делается. Саша любит кешью. Ну, не то, что тоже по акции. Он для... полезен для здоровья, это кешью. Для сердечной мышцы полезен. Была акция по 140 рублей. Тут сколько грамм? 100 грамм. Саша купил 5 пачек. 5 пачек. Ну, поэтому так у него и вышло на 3 с лишним тысячи. Мандарины в этот раз взяли египетские по 90 рублей. Ну, они такие, на вид, мягкие, по крайней обычно мере. Обычно с такой кожурой мандарины вкусные. Так. Что еще? Еще один пакет с продуктами. Жвачку купили, но жвачка у меня, так что это... Так, филе трески. 2 штучки тебе взяли. Да, 2 штучки. Ну, мне одной бы хватило, я буду делать вот сыр, филе, и у меня еще есть грибы консервированные. Ой, это вкусно, значит, будет. Да, это будет полезно, это будет на пару. Взяли яблоки по 60 рублей, в этот раз они более крупные, это вот эти вот, которые мы едим. Мелкие. Как их? Крымские, да? Да, Саша взял крупные. Ну вот, видите, хорошие. Спасибо. Сколько их? Всего 60 рублей. Дома закончился лук. Саша купил лук. Лук у нас 125 рублей. Ну, здесь вот на 28 рублей кило 150. Картошка. Картошка у нас по 13,90. Здесь 2 килограмма. Так, и капуста. Ну, это буду суп варить. Поэтому всегда овощи нужны. Капуста у нас 35 рублей килограмм стоит. Что еще, Саша? Там дальше еще. Это химия. Это химия. Это Настя для своих кактусов, но они большеваты, горшки для кактусов. А это самые маленькие, которые мы нашли. Для алоэ в самый раз, кстати, горшок. Для кактуса это большеват. Ну, 3 горшка, смотри, там это. Там, смотри. Я вижу, вот это кружечка. Вот, да.
тоже, чтобы поливать. Да. Вот таким же образом. Да. Все, только здесь она не закрывается. Так это на дно, потому что на сам этот. Так. Решили мы попробовать. Кто-то из подписчиков посоветовал Ферри таблетки для посудомойки. Мы попробуем, сравним. Они сейчас по акции. Саша заезжал в Оптимум. Они стоят 599 рублей. Тут 44 штуки. Вот. Попробуем, посмотрим. Если нам понравится, перейдем на Ферри. Что еще тут? Средство для мойки унитаза. И второе средство. Еще одно. Он решил попробовать два разных. Ну, такое вот мы уже брали. Саша еще вот такой решил попробовать. Все. Это из магазина. А, еще памперсы. То есть мы до этого брали Мэрис, но они стали вот подтекать. Раньше, когда Славик был маленький, самые лучшие подгузники были Мэрис. В этот раз, не знаю почему, малыш спит, и у него сбоку всегда подтекает. То есть он писает, памперсы, ну не памперсы, а Мэрисы, подгузники, ну хуже стали качеством. Поэтому две пачки. Решили памперс. На Хаггиса у нас аллергия, поэтому взяли памперсы. Сразу две пачки. Пачки 74 штуки от 6 до 10 килограмм. Сашенька у нас уже почти 8 весит, ну 7700. Поэтому, думаю, на месяц, на полтора нам должно хватить, а дальше как будем расти. И получается, тоже взяли в Оптима. Они стоят одна упаковка. 982 рубля. А 999 рублей. Вот и все. Все наши покупочки на сегодня. То есть в магазин продуктовый Саша сходил, купил на 3035 рублей. Вроде не сказать, что много, да? Взял. Да нет, много. Три пакета. Мясного, из мясного даже мясного нет. То есть рыба. Но рыба у нас хорошая. То есть филе трески, по-моему. Виску, да, филе. Без костей, то есть получается, но она на коже. И она была по акции по 369 рублей. Вот. Вот. Причем свеженькое мы когда только завезли, взяли. И остальное все даже не мясное. Овощи дорогие, молочко. Но овощи зато полезные. Ну все полезное, все, что здесь, тут полезно. Видишь, какие мы молодцы. Да, и отдельно на 2500. Вот это вышло у нас. Есть две упаковки памперсов и цель. Ну все. Все. Пока-пока. Пока.